Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днем». С вами Виталий Волков. О событиях в городе и регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Комплексные противоаварийные учения на Смоленской АЭС. Мы не создали лишней паники среди населения. И в то же время все службы, которые должны задействоваться, они были задействованы. Все прошло спокойно на высоком организационном уровне. Смоленщина отметила день рождения Советской гвардии. Хочу сказать слова благодарности, низкий поклон бойцам и командирам поисковых отрядов. Финальный матч за Кубок Смоленской области по баскетболу. Хочу вас всех поздравить с 45-летием города, пожелать всем спортсменам хорошей игры, болельщикам зрелищных матчей и, конечно, пусть победит сильнейший. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Министерстве труда назвали условия возможного перехода россиян на 4-дневную рабочую неделю. По словам главы Департамента охраны труда Валерия Коржа, реализация плана не может быть номинальной и нести угрозу работникам. Эксперт отметил, что переход на 4-дневку не должен означать увеличение продолжительности рабочего дня. Также он отметил, что сокращение рабочего времени не должно стать причиной снижения уровня заработной платы. Корж добавил, что в настоящее время законодательство уже позволяет сокращать трудовое время, так как в Трудовом кодексе прописаны предельные условия – не более 40 часов, не более 5 дней. В течение 2 дней, 18 и 19 сентября, на Смоленской атомной электростанции проводились масштабные комплексные противоаварийные учения. В мероприятии были задействованы более 1000 человек, как сотрудники станции, так и специальных организаций и министерств. Подробности далее. Комплексные противоаварийные учения – это наиболее масштабная тренировка сил и средств, которые задействуются в случае чрезвычайной ситуации. На Смоленской АЭС учения провели с привлечением группы оказания экстренной помощи атомным станциям, кризисного центра концерна «Росэнергоатом», подразделения МЧС и Минобороны. Всего было задействовано более 1000 человек и несколько десятков единиц спецтехники. Отрабатывался усложненный сценарий учения. Катаклизмы и последующие технические сбои, которые невозможны в местах расположения станций. Персоналом были отработаны навыки по локализации и ликвидации условной чрезвычайной ситуации, а также эвакуации сотрудников атомной станции. Также отрабатывались навыки по дезактивации техники и санитарной обработке персонала. В Десногорске и поселке Ершичи Ельнинского района развернулась работа условных эвакуационных пунктов. Главная цель учений – отработка взаимодействия между участниками аварийного реагирования – была достигнута в полном объеме. Наблюдатели, сотрудники ведомств и специальных служб высоко оценили уровень подготовки участников мероприятия. Задействована была противоаварийная техника соответствующая, которая предназначена именно вот для таких тяжелых событий, которые могут произойти на станции, гипотетические. Но тем не менее люди на высоком практическом уровне эту технику применяли. Свое отношение к проведенным мероприятиям высказал и директор станции. Для нас эти учения, я повторюсь, это для нас жизнь. Мы живем с этим, и это правильно, и не хочу, ну, сказать, например, но к мирному атому мы относимся с почтением и с уважением. Десногорск – непосредственный город-спутник Смоленской АЭС. Но несмотря на свое расположение и масштабность проведенных учений, будничная жизнь муниципалитета практически не изменилась. Мы не создали лишней паники среди населения. И в то же время все службы, которые должны задействоваться, они были задействованы. Все прошло спокойно на высоком организационном уровне. Подводя итоги учений, было отмечено, что Смоленская АЭС является одним из лидеров среди российских атомных станций. Высокие показатели отмечены не только по выработке электроэнергии, но и в соблюдении безопасности, а также и в противоаварийной готовности. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Эпидемий не будет. 100 тысяч смолян уже привиты от гриппа. Всего же в области планируется провести вакцинацию 436 тысяч человек. Готовность региона к эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ обсудили на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии в администрации региона.
Там отметили, что медицинские организации полностью готовы к оказанию помощи больным острыми респираторными инфекциями. Во всех поликлиниках региона сформированы выездные прививочные бригады. На базе больниц организованы круглосуточные горячие линии, где смоляне могут получить консультации по вопросам предупреждения инфекционных заболеваний. 18 сентября в городе Ельня прошел митинг, посвященный 78-й годовщине образования Советской гвардии. В рамках мероприятия состоялась церемония захоронения останков воинов Советской армии, погибших на Смоленской земле в годы Великой Отечественной войны. Торжественное событие посетила и наша съемочная группа. Именно маленький городок Ельня вошел в историю Великой Отечественной как первый город, отбитый у немецко-фашистских захватчиков. Здесь русские воины проявили настоящие чудеса отваги. В этот день, 18 сентября 1941 года, 4 стрелковые дивизии получили звание гвардейских, а 14 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза. Ельнинцы помнят значимую для них дату и ежегодно в сентябре проводят памятный митинг. В этот раз в город привезли останки всех гвардейцев, найденных в этом году поисковиками по всему району. В начале мероприятия глава района Николай Мищенков выразил благодарность поисковикам за их работу по увековечиванию памяти героев Отечества. Хочу сказать слова благодарности и низкий поклон бойцам и командирам поисковых отрядов. Неимоверно трудных условиях, жертвуя своим здоровьем, своим временем, они делают все, чтобы действительно слова «никто не забыт» и «ничто не забыто» не стали пустым звуком. После выступления официальных лиц состоялась церемония передачи останков солдат, чьи имена были установлены для захоронения на родине. Настоятель свято-ильнинского храма иерей Михаил провел заупокойную литургию в память о невинно убиенных воинах, после чего траурная церемония направилась в деревню Ушакова. Там прошло захоронение останков 262 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, как захоронение, перезахоронение, это является, в принципе, подведением итога работы любого поискового отряда. И поэтому для наших отрядов городских это очень-очень важно. В 2019 году поисковому движению Смоленщины исполнилось 30 лет. За прошедший год в регионе были найдены 2500 красноармейцев. Наши два отряда «За Родину и Высота» подняли 55 солдат, которые здесь будут захоронены. Из них 7 солдат найдены имена. Сейчас занимаемся поиском родственников. И 4 солдат переданы на родину захоронения. Завершилось мероприятие прощальной фотографией и поминальным обедом. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Общение с настоящим героем. Музей неизвестного солдата в Вязьме посетил герой России Вячеслав Бочаров. Там он пообщался с активистами вахты памяти. Необычного гостя встретили в Центре героико-патриотического воспитания и социальной помощи молодежи «Долг». Герой России Вячеслав Бочаров пообщался с бойцами поискового отряда «Славяне», который состоит из депутатов областной думы, а также осмотрел музей неизвестного солдата. Экспозиция произвела на него большое впечатление. Вячеслав Бочаров, офицер управления Центра специального назначения ФСБ, принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого он получил тяжелое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя России. Общение с таким значимым и мудрым человеком оказалось невероятно важным для смоленских поисковиков. В Центре «Долг» регулярно проходят встречи с такими героями. Это позволяет выводить патриотическое воспитание молодежи на совершенно иной уровень, когда они из первых уст могут узнать детали того или иного подвига. 14 сентября запомнилось не только днем города Десногорска. Открытая баскетбольная площадка стала ареной для финальной встречи спортивных команд в формате 3-3. Чей баскетбол оказался сильнее и кому достался кубок, смотрите в сюжете. Уникальный город Десногорск – это не только центр атомной энергетики Смоленской области. Благодаря проекту «Планета баскетбола. Оранжевый атом» Десногорск привлекает все новых любителей спорта. А уровень проведения соревнований и в целом работа с молодежью отмечается на самом высоком уровне. «Планета баскетбола» уже не просто идет небольшими шагами, а летит по нашей необъятной стране, захватывая наши атомные города. Спорт наш возвышает и всем нам с вами здоровья, мира, благополучия. Хочу вас всех поздравить с 45-летием города, пожелать всем спортсменам хорошей игры, болельщикам зрелищных матчей
И, конечно, пусть победит сильнейший. 14 сентября стал днем больших событий в Десногорске. В этот день Атомград отметил свой юбилей. Ему исполнилось 45 лет. А спортивной составляющей большого праздника стал и финал Кубка Смоленской области по баскетболу 3-3. У местной команды «Динамо Росэнергоатом» был отличный шанс сделать запоминающийся подарок своему родному городу. В соревнованиях приняли участие 10 мужских команд и 9 женских. Женская часть соревнований завершилась без сюрпризов. Весь пьедестал почета завоевали Заднепровье. В мужских соревнованиях за призовые места борьбу вели команды «Динамо Росэнергоатом», «Техстрой» и «Юность России». Со счетом 9-8 в схватке с «Техстроем» победу одержали десногорские спортсмены. Кубок в руках «Динамо Росэнергоатом». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Женщина-кошка, колибри и летающая башня. На стене кинотеатра «Современник» завершили работу над масштабным граффити-полотном и убрали строительные леса. Теперь рисунки можно рассмотреть в подробностях. Несколько дней назад в городе проходил национальный этап Всемирного фестиваля уличного искусства «Meeting of Style», на который приезжали художники из 40 стран. Они украсили серые стены Смоленского кинотеатра множеством граффити на разные тематики, стилизованными портретами и абстрактными рисунками. Свои работы здесь оставили и смоленские уличные художники. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desna.defistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся.